там Титовская сопка, и вот, если заметно, стоит поклонный крест. День сегодня солнечный, прекрасный, градусов, наверное, 5. Вообще замечательно. Дышится хорошо, свободно. Вот это река Чита. Набережная есть, но набережная... Хорошо, что она есть, это набережная, но она не является такой вот зоной отдыха для горожан. Почему-то по ней передвигаются, не, ну, по крайней мере, не гуляют. Да, для передвижения, как с одного места попасть в другое, это подходящая дорожка, но не место прогулок. В одну сторону и в другую. Вот женщина идет со скандинавскими палками. Ну а здесь мы наблюдаем собор Казанской иконы Божьей Матери. Иконы Казанской Божьей Матери.